А ми вже тут починаємо київський ранок дуже активно і свій, поки Сільва, ми її любимо, але в нас такі гості, з якими вже спілкуємося, ми і поза ефіром, ну даруйте, але я думаю, що час це перенести і сюди. Так, звичайно, і ми раді вітати в нашій студії тріо ЄЙО, яке сьогодні у дуеті. Так, раді вас бачити в нашій студії. Звичайно, вітаємо вас з усіма святами. Як розпочався ваш Новий рік? У мене нічого особливого. Ми вечором 31-го працювали. Днем 31-го, вже 1-го, теж працювали. Ого. Вот. Ну, у Захара поінтересна історія. Я був в Карпатах, так. Да. Окремо чи як? Окремо. Да, ми розділились в этом году. У нас одна часть групи, я з барабанщиком, ми вирішили поділити матеріал. Вот, вирішили, що це буде нашим отдыхом. Тобто це був не виступ. Це був не виступ, а це... Ні, ми іменно не работали корпоративно, а работали внутрь. Над матеріалом, так? Да, тобто для вашого гурту це абсолютно норма, там, коли 70-65% гурту то там, то тут, як бачимо, сьогодні Ігоря Драмера немає у нас в ефірі. Ми на різні задачі, різні форми групи посилаємо вот, в таку... В такой ранний эфир это да, это мы обычно. Расскажите, как взагалі виникнув ваш гурт с такой дуже цікавою назвою ЄЙО? Ну, кстати, 19 января мы выпустили первый клип «Хавьер» 16 года. То есть нам вот 19 января будет ровно 3 года. Правильно я считаю, 3 года? Так, вже 19-й рік. Ви вирішили врахувати з першого кліпу. Вот, ну да, да, мне кажется, это очень правильно, то есть, когда у тебя дебютное что-то выходит, вот это и есть отчет начала группы. Вот, а назывались мы изначально ее как местоимение ее, потому что мы как бы отталкивались от того, что в основе моя энергия, мой посыл, мой месседж, и вот это все ее. Вот. А уже чоловіки, хлопці, вони направляють цю енергію в потрібне русло. Да, да, они как какие-то тоже идейные вдохновители, помощники. И потом просто мы когда решили, что нам нужно, что нам Украины маловато и нужно как-то становиться более универсальными, нам пришлось этот нейм сделать YEYO, потому что нам нужно так адаптувати. Да. Вот. А як взагалі ви всі зібралися у трьох? Познайомились десь? Изначально нас было двое, я и Игорь Бирюченко, который сейчас, конечно же, не спит. Слушай, композиции, треки, аранжування. У нас там распалась старая группа, которая долго просуществовала, и мы ее переросли. И у меня такой был период отчаяния и психоза, и я села и вот сделала первый трек из каких-то сэмплов, из каких-то клэпов, дилеев, черти что, короче. И я показала первому, кому я показала вот собственно, эту песню, это был Игорь, я говорю, как ты думаешь, это вообще музыка? Вот, и по его вот таким вот глазам он говорит, вот. Я говорю, может, сделаем что-нибудь такое вот вместе. Вот он полностью сделал саунд этого всего, оформил это. А Захар как-то мне, собственно, наш барабанщик говорит, хорошо бы, чтобы у нас была живая ритм-секция. Вот у нас же есть наш друг Захар. А мы дружили, ну, долго играли в каких-то других группах, пересекались. Вот. Я говорю, ну, можно, ну, как, ну, не знаю, как сессионщика, да, потому что больше нам никто не нужен. Но в итоге как-то так само по себе получилось, что он стал неотъемлемым. Сессионщиком на постоянной основе. Да. Такого хлопца відпустити не змог. Да, мы настолько срослись, что вот... Что теперь мы семья. Ну, так получилось. Ее ему ще потрібно було щось адаптувати. Все конфігурації можливо просто. Експериментал поп ваш стиль, ви так його якось вивели все ж таки в якесь русло, так би мовити. Як взагалі до нього дійшлася ця дорога? Ну, мы сами придумали, что это экспериментал поп, потому что по форме это абсолютная поп-музыка, это там 2,5-3 минуты песни. Вот, по наполнению у нас просто немножечко там более, немножко в сторону наполнения от поп-музыки, которая как будто бы общепринята. Великий синтез разных стилей. Да, очень много всего намешали, но сказать, что это джаз, нет. Сказать, что рок, панк какой-нибудь, нет, конечно. Там, или какой-то инструментал фьюжн, нет. Ну, это поп, это песня просто. Куплет, припев, куплет, кода. Ну, да, простая форма. Вот, очень простая форма, а экспериментал из-за начинки. Начинка, наверное, да.
тобто фактично у пошуку свого стилю продовжуєте перебувати. Якось про стилі говорити одна справа. Давайте подивимось ваш кліп, тим паче він називається «Wake Up». Просто зараз, мені здається, буде причудово його побачити в Київському ранку. Такий у нас ранковий заряд одразу вейка. Як ви розумієте, так, 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 з нами музика вона проривається завжди. Так, і ще й з українськими мотивами, як ми зрозуміли. Щедрик теж був круто, круто. Як взагалі ви постійно в експерименті? Як ви дійшли до такого, в принципі? Чи щось є з нашого українського етносу? Наскільки часто ви використовуєте його? Мені ізначально, коли все це запускалось, мені хотілося какой-то вот український язик і какие-то елементи культури делать все-таки современным языком, щоб це було про нас, про всіх, а не какие-то уже зашорені кліше, від которых там уже немножечко подташнивает. Вот, мені хотілося це все как-то освежить максимально, сделать каким-то современным звуком по-настоящему, не просто надеть на себя шаровары очередные, выплясывать, и вот как будто бы, как будто бы не 2000, да, 2017-18-19. Вот, поэтому я вот такие формы смешения, мне показалось очень здорово положить на какой-то такой рифчик, такой хип-хоповый положить, и он так классно на самом деле ложится, и украинский язык сам по себе прекрасный, просто с ним вот на нем писать, работать, он очень, правда, музыкальный, и мне хотелось в самом языке использовать не вот эту колыну, вот эти тоже клише, тоже от которых уже все. Мне кажется, нужно нам всем, вот музыкантам, которые что-то делают на украинском, максимально от этого отказываться и делать про нас, про всех. То есть это там, не знаю, какие-то наши те слова обычно, которые мы используем, там, разговаривая с друзьями. Тобто доступно так це робити? Да, да, именно доступно, не
клишировано, потому что язык, он живой, у него есть энергия, и его нужно, ну, вот эту энергию нужно обязательно использовать. Ну, живий гурт ЄЙОЗ і жива енергія. У мене питання до Захара. Ось, все ж таки, у нашої фронт-вумен у Каті є така домінантна постать, вона відповідає за ідеї, чи, в принципі, кожен з учасників може щось вносити своє, там, ну, доходячи до того, щоб, наприклад, запропонувати там цілий матеріал чи композицію. Як це відбувається? В цілому, взагалі, ідеї приносить Катя, музикальні, ну, і текстові теж. Вот. Но вона завжди прислушується к каким-то нашим ідеям или там, доработкам. Вот. І завжди можна принести свій какой-то матеріал. Якщо він всім подобається, то ми його робимо. Да. А як взагалі ось співпраця, знову ж таки, питання до Захара, саме ось з дівчиною. Ми знаємо ці стереотипи древні, так, там, жінка на кораблі і так далі. І теж чув там, деякі з моїх знайомих музикантів, говорять, там, ну, там, рок-гурт чи взагалі там, гурт з дівчиною, це пацани, це нонсенс. Там. Як взагалі співпрацює? Мені здається, це бред. Ну, у женщины свое видение музыки, у мужчины свое, и они могут существовать как бы вместе, эти два видения. Это, наоборот, даже что-то получается третье, угу, интересное. То мальчики часто путают, они связывают с, просто с половой принадлежностью, угу, тип характера. Я встречаю очень много музыкантов-мужчин, истеричек по натуре, очень нестрессоустойчивых. Вообще даже это в основном я это встречаю, поэтому не знаю. У меня так, чтобы вот я впала в истерику. Стинг, я... например, истеричка. Да. Он даже дрался со своими музыкантами. Ужас. Ну, а группа Нирвана, простите, распадалась каждый вечер. Утром они собирались, а вечером они распадались. Ну, поэтому это навіть не связано с полом. Гениальные люди, так, навіть в них. Это связано с эмоциональностью. Мы втроем очень эмоциональные, в этом смысле мы можем там... что-нибудь. Вчера ругались, кстати. Вчера, да, очень ругаться, да. Ну, ну примирилися хоч. Конечно. Ну, это, видимо, ну, вже три роки будете святкувати, це зрозуміло. До речі, так цікаво дізнатися про ваш, ну, якби ваш фестивальний гастрольний досвід. Рух. Він у вас такий дуже великий, і не тільки в Україні, а саме про закордонний. Як вас там сприймають? Спостерігали ви за цією реакцією? Ну, пожалуй, подводя вот итоги вот этого года, собственно, мне кажется, это наша самая большая заслуга. Это то, что мы съездили в Швецию на большой шоу-кейс-фестиваль Life at Heart, может быть, кто-то знает. Вот, и мы слетали действительно в Канаду, в Торонто, и это был еще больший такой шок-опыт и так далее. Вот, и на удивление, это шоу-кейс. Кто не знает, что такое шоу-кейс, это... такой фестиваль-презентация, угу, то есть ты отправляешь туда заявку, если тебя выбирает вот это огромное жюри, то ты можешь приехать, показать себя, и в среде аудитории там всякие букеры, промоутеры, лейблы, и ты можешь познакомиться, завести эти связи, тобто показать себя. Для молодых виконавців, для свіжих гуртів. Которые хотят... Это как бы фестиваль для индустрии, то есть там все люди из музыкальной индустрии собираются. Да, и то есть если ты хочешь вот эти связи прокладывать, которых, ну, угу, пока что еще очень мало, почти нету, с Европой, там, с какими-то... Вот, то это офигенный шанс. Туда нужно попасть, конечно, тебя должны выбрать. Ну вот мы отправили очень много заявок. В принципе, нам полгода вообще не отвечали, а потом вот как-то сразу, да, начали отвечать. И воспринимали очень здорово. И я прям немножечко успокоилась и загордилась тем, что у нас оказалась такая универсальная форма аранжировки и музыки, она оказалась настолько оригинальной, что у нас проблем с восприятием, мы пели на русском, на украинском, на английском, проблем с восприятием вообще не возникало. То есть мы играли «Щедрик», и из-за того, что там вот такой рифчик, просто весь зал вот так сидел, вот так, вот так. Класс. Вот. И они потом к нам подбегали и спрашивали, что это вообще, что это, откуда вы и так далее. Ну, и ты там рассказываешь ему, и оттуда есть такая страна. И так далее. Ну, в Канаде знают об Украине. Діаспора велика там, насправді. Ну, а тим не менше, ще в цьому році у вас вже плани щодо європейського туру? Да, да, ми готовим небольшой європейський тур. У нас там будет Германия, Польша, Нидерланды, что-то еще,
Ну, то лучше у нашого менеджера. Може, звісно, стільки країн, що вже і забувається. Да, нам просто, да, наш менеджер сказав, це не ваше діло, готовьте програму. Я сказав, все, їдемо туди. Справді так і повинно. Дуже приємно це слышати. Ну, але цікаво дізнатися підсумки цих шоукейсів, з ким з таких ось цікавих або незвичайних, дуже корисних, впливових людей познайомилися. Можливо, вже якісь тут є новини, домовленості, чи навіть контракты, там, контакты просто. Это все же, это все внутренние какие-то имена, поэтому вряд ли они что-то кому-то скажут. Ну, может, это какие-то вихи новые, так, новые выклики будут. Но да, но, грубо говоря, в Швеции мы очень сдружились, собственно, с боссом, с владельцем очень классного такого... Концертный типа. Зал, такой вот, что-то наподобие, как малая опера в Киеве, но только с каким-то... По шведским меркам. Да, по шведским меркам. Это в Стокгольме, в столице? Нет, это Эребру. Эребру есть такой городок. Вот, то есть мы с ним вот прям очень сдружились, особенно Захар, это прям его друг, вот в итоге стал, мы у него все спрашивали, а Wi-Fi здесь какой, а куда нам это, а где нам выпить пиво, а что нам сделать, вот, и второй есть такой Тоба Андерсон, он был и в организаторах самого этого шоу-кейса, и по поводу восприятия, и почему нужно ездить и играть живые концерты, а не просто отправлять свои аудиозаписи. Он знал нас предварительно, он же отобрал нашу заявку, и мы с ним перед тем, как выступить, встретились в фойе, там выпили кофе, познакомились, он там познакомил нас еще с ребятами. Вот, он говорит, ну, у вас милая музыка, я просто люблю такое потяжелей. Она действительно у нас по записям воспринимается, как будто бы мы немножечко скромнее. Вот. И он пришел, значит, на лайв, и, в принципе, со второй песни он вот так вот под сценой стоял и делал прямой эфир в Инстаграм, вот так. Вау, да? А вот так вот все. Да, и в итоге мы приехали домой, он везде добавился, везде лайкает и следит очень. И вот, вот для чего нужно играть. Тобто ви ему дали поважче, такий power, да, sound и drive. Да, нужно ездить, нужно играть. Ну, а до речі, ось щодо ваших виступів, безліч фестивалів і українських, де ви були в лайнапі, все ж таки, де більше подобається виступати? На відкритих таких площадках, чи більш-менших клубах? Ой, это всегда по-разному. Это зачастую даже больше зависит от публики, наверное, которая тебя воспринимает, которая к тебе как бы подключается. Вот. Поэтому это может быть и большой фестиваль, и может быть душевный маленький концерт там, на 100 человек. Но где все вместе с тобой как будто на сцене, да. Ну да, когда мы были на Woodstock Ukraine, было довольно много людей, была большая площадка, но просто ты по лицам считывал, что они... Ще нічого не розумію. Просто... Чому? Це інший формат публіки? Може, доволі неожиданно, і ребята, як для українських команд і для взагалі українських площадок, ми тільки к этому вот привикаємо к какому-то разнообразию. У нас очень все-таки жанрово. У нас, ну, все, так, це ребята з гітарами, це да. Вот, то есть, вот. А когда мы были на гедонизм фестивале, я к чему говорю, там было гораздо меньше площадка людей, но из-за того, что все как один. По восприятию, по всему, вот был прям кайф. В Києві влітку. Да. А ось цікаво дізнатися саме різниця ось європейського чи західного, північноамериканського, так, слухача, фестивалера там з українською публікою. Наскільки це ось відчувається інакше? Можливо, нашій аудиторії треба там стати більш відкритою. В чому різниця? Більш відкриті люди. Там саме. Да, вони теж бачать, що щось непонятне на сцені відбувається, але вони якби до цього відкриті, підключаються, да. Вони такі: "Ой, качає, нравится, все, тоді вриваємося". А у нас типа чуть-чуть стороняться. Якщо не похоже на те, що ти знаєш, то типа воно якесь чужое, а, мабуть, угрожающе якесь. Тобто треба навчитися відриватися. Открываться обязательно к новому и непонятному, и наоборот, если чем сложнее, не знаю, не чем сложнее, а заиметь такую привычку образовывать новые нейронные связи в мозгах, потому что, ну, это полезный навык. Да, вот, это двигатель прогресса вообще. Вот, и тогда, и если у слушателя будут эти новые нейронные связи, то придется всем подстроиться под эти какие-то новые штуки. А еще та аудитория очень часто, если им что-то нравится, они прям обязательно подходят. Обязательно подходят и говорят: «Вау, классно, спасибо, а что вы, кто вы?» Это вот прям на все, и в Канаде это было, и в Швеции это было. Они очень щедрые на какие-то комплименты, на какую-то вот такую открытость.
Вот. А вообще, по большому счету, что было для меня важно понять, разницы особо никакой нет. И вот это очень здорово. То есть воспринимают, если у тебя музыкально все, грубо говоря, на своих местах и есть какая-то энергия, то воспринимают абсолютно одинаково. Я очень волновалась и перед шведской публикой. Вот, у меня там ребята говорили, да успокойся, успокойся. Я говорю, да нет, я ж, они же ничего не поймут, они же ничего не поймут. Оказалось, что музыка действительно, скажу банально, вещь очень универсальный язык вот сам по себе. Поэтому... Без кордонів, між різними націями. Поэтому вообще не надо ничего бояться, это вдруг, если какие-то музыканты нас слушают, надо ехать обязательно и в Берлин, и в Стокгольм, и пробовать, там такие же люди, им точно так же хочется чего-то музыкального, чего-то такого перформанса, так что надо как-то эти связи налаживать. Ну и до ваших перформансов, 25 січня у вас концерт, расскажите, что это будет за программа, можливо, святкування трьохріччя? Отчасти, почему бы и нет. Да, хорошая идея. Ну, это долгожданный такой сольник. Мы очень долго в Киеве не играли, наверное, с 17-го года, да, получается? 2 года не играли. Ну, в общем, это вперше в Киеве, в 18-м році в Киеве у вас не было? Нет, нет, нет. Ага. Мы просто писали альбом, потом у нас были какие-то... Когда ты потратился очень, нужно, да, восстановиться. Вот, поэтому это очень долгожданный концерт, мы готовимся, у нас там бэк-вокалист, у нас там всякие новиночки будут в аранжировке, там живая гитара, клавишки, чуть-чуть мы там поиспользуем. Фишечек поприйдем. Да, так что хочется провести этот как-то вечер активно. Всі йдемо 25 січня в мезонін, у нас немає іншого вибору, тим більше ці хлопці і дівчата частіше вже бувають в Канаді чи в Швеції, ніж в столиці України, тому обов'язково будемо там. Ну і наостанок не можемо вас відпустити без і побажання на вже прийдешній 2019 рік для наших глядачів. Ну і так само, в принципі, для молодих митців, музикантів, артистів, яким дуже подобається та заряджає ваш приклад. Давайте ось так, все в комплексі комбо. Ну я скажу коротко, я в принципі желаю, наверное, какой-то осознанности и смелости. Нам очень не хватает смелых музыкантов. Вот, поэтому я и себе этого очень желаю. Давайте не бояться менять наш рынок, наш вкус. Я думаю, все у нас отлично, у нас все очень талантливые. Вот, поэтому давайте осознаем, кто мы, зачем и почему, и будем смело это реализовывать. Вау. Да, еще открытость и не бояться экспериментировать и пробовать что-то новое. Дуже круто. Дуже дякуємо, що були у нас у гостях. Катя Офліян, Захар Борисенко. Я не можу не назвати ці імена, тому що нашим українським талантам треба абсолютно давати дорогу, і тому частіше також і в Києві. Виступайте разом. Це гурт «Її». Ну, йдемо «Її» були у гостях.